Тхэквондо – так называется боевое искусство, зародившееся в Корее более 2000 лет назад. Как вид спорта оно было официально зарегистрировано в 1955 году генерал-майором южнокорейской армии Чхой Хон Хи. Он трактовал тхэквондо как технику самообороны без оружия и систему духовной тренировки. В Москве этот вид борьбы культивируют в школе спортивных единоборств Центрального спортивного клуба армии. Выше, Саш, выше, вот. Попадай, Саш, попадай. Вот, молодец, Саш. Сегодня в Музее славы ЦСКА торжественное событие. Юные мастера тхэквондо собрались здесь, чтобы принять присягу верности армейскому клубу. Гордо нести высокое звание спортсмена Центрального спортивного клуба армии и вооруженных сил России. Уважать и соблюдать славные традиции армейского спорта. В настоящее время тхэквондо является олимпийским видом спорта. Конечно, тхэквондо – это не только вид искусства самообороны. Для зрелых мастеров это еще и стиль жизни, образ мышления. Интенсивно упражняя тело и дух, человек, ставший на путь тхэквондо, значительно расширяет диапазон своих индивидуальных возможностей. Тхэквондо дает слабому осознанную силу, чувство уверенности в себе, формирует готовность защищать себя и других.